В последнее время меня очень интересует один вопрос. Так. Мужчина, вот это вам вопрос. Угу. Вот перед вами молодая, красивая женщина. Так. Разведенка. Так. С детьми. Как сейчас говорят, с прицепом. Но эта разведенка сама работает, сама зарабатывает. Не дурна собой. Всегда может поддержать и беседу, и веселая, как говорится, и в сексе хороша. Ух ты. Но мужики бегут от нее, как от огня. Вот что с ней не так? Почему на ней поставлен такой жирный крест, что пугает? Наличие детей? Да. Или что может пугать в этот момент? Просто объясните мне. Может, я что-то не понимаю, может, что-то не догоняю. Что не так с этой женщиной? Вот что? Почему она не может найти себе мужика, который приласкал бы ее, обнял, понял бы просто-напросто? Что не так? А, сейчас будем объяснять. Ребята, всем здорово, Саныч на связи. Да, в принципе, она, в принципе, уже два раза, в принципе, сказала. Ну ладно, это все фигня. Уже ответила на свой вопрос. Я разведенка, что вас отпугивает? Дети, да. Она же сама ответила, как бы, да. Чаечка моя, многоуважаемая, если ты интересная личность, если ты там, не знаю, там ты начитана, у тебя ты там зарабатываешь даже, как бы, это далеко не значит, что ты хорошая жена и хорошая мама, да, как бы, в принципе. Ты уже как бы мама, но чужому ребенку. Мужчина, как бы, ну, вот эти вот товарищи, они, конечно, не догоняют, как бы, этого, ну, не знаю, где там у них там в гормональном, может быть, цепочке какой-то сбой произошел, да, но нормальный мужчина понимает, да, что вот это вот, оно не мое. Это не значит, что есть какая-то ненависть там, к этому ребенку, к тебе, там, как разведенке. Нет, нет, просто вот там вот внутри это все отторгается, это не мое, это чужое потомство, я брать его не хочу, и все. У вот этих вот товарищей, да, вот как Эдуард любит, да, вы поняли о ком, да? Там это все переколошмо, там, о, счастье, да, всех, давайте, всех этот, всех соберу, как бы, всех буду обеспечивать, как бы, ну, это, ну, это такое себе, да. И даже нормальные женщины понимают, что, как бы, чужое потомство, это чужое потомство. А, никак здесь ни при чем, там, ненависть какая-то, фигня, как бы, просто отторгается, да, и мужчина нормальный, он просто уходит, его начинает это все раздражать, бесит, он уходит, и все. Вот, дураки, как бы, с этим всем мучаются. Самый элементарный ответ. Вот и все.